21 апреля в Северском доме культуры прошел праздничный концерт, посвященный Дню местного самоуправления. Гостей встречал духовой оркестр. Музыканты настраивали входящих на торжественный лад, а выставка картин в фойе Дома культуры создала по-настоящему праздничную атмосферу. С профессиональным праздником собравшихся поздравили глава муниципалитета Адам Джарим и председатель районного совета Владимир Захарченко. В рамках общественного самоуправления трудятся сотни талантливых и умных людей. Не на словах, а на деле, доказывая, что из малых достижений складывается и общий успех. Необходимо, чтобы перспективные и хорошо зарекомендовавшие формы работы реализовывались во всех поселениях. Сегодня самые активные люди сидят в этом зале. Низкий поклон вам за вашу работу, за ваше неравнодушие. Кто такой работник органа местного самоуправления? Он немножко и врач, и главврач. Он и директор школы, и слесарь, и сантехник. Он просто добрый, преданный человек, который каждую минуту помогает жителям нашего района. Я хочу пожелать всем добра, терпения, удачи. И рядом, чтобы всегда с вами были преданные друзья, преданные помощники. За существенный вклад в развитие Северского района наградили почетными грамотами и благодарственными письмами депутатов, работников администрации поселений и других муниципальных служащих. Торжество продолжилось выступлениями музыкальных и хореографических коллективов. Артисты посвятили свои номера России, патриотизму и, конечно, своей малой родине – Северскому району. Работа муниципального служащего требует широкого спектра знаний в разных отраслях, выдержки и большой ответственности. Но самое главное – это любовь к своему району и желание сделать его лучше и краше.